На улице Пушкина на участке от улицы Лермонтова до улицы Масленникова возобновляется прежняя схема движения – двухсторонняя. Вернуть прежний транспортный поток Департамент транспорта и ГИБДД вынудили жалобы автомобилистов. Напомню, в начале этой недели на перекрестке Масленникова-Пушкина появились временные знаки о запрете проезда. Многие водители игнорировали обозначения, что вызвало и аварийные ситуации, и, как следствие, заторы.